Приветик всем, с вами снова я, Марина, добро пожаловать на мой канал. И сегодняшнее видео о моих покупках косметики с разных магазинов, с интернет-магазинов, с обычных магазинов. То, что мне понравилось, то, что не очень. С корейских сайтов, с китайских сайтов. То есть я экспериментирую и хочу поделиться с вами. Давайте же приступим. Хочу начать с детской косметики, с маленькими феями. Очень красивый набор. Пахнет обалденно, вкусно, какими-то клубничками, жвачками. Здесь гель для душа, шампунь, мыло, пена для ванны, мочалочка маленькая. В общем, обалденный наборчик. Покупала я его в Праймарке, стоил он всего 3 евро, но это была уцененная цена, потому что нормальная цена где-то 8 евро. И очень даже здорово, если подарить кому-то в подарок, лично я брала для подарка. Здорово, красиво, оригинально и порадует любую девочку, маленькую принцессу. Следующее — это вот такие вот палетки. Магазины Россман. Кто живет в Германии, те знают. Ну что о них сказать? Стоили они около 5 евро. Один набор. Держится неплохо. Ну, ничего такого плохого я о них сказать не могу. Но и очень хорошего, я думаю, тоже. В общем-то, наверное, я совсем еще до конца не разобралась, что к чему. Просто взяла попробовать, потому что цена была недорогая. Ну, в общем, когда более попробую, распробую, я вам покажу. И расскажу, чем я довольна, а чем нет. Потому что купила я совсем недавно, несколько дней назад. Ну, попробовала только одни тени. Ну, вроде не осыпаются. Поэтому время покажет. Следующие — это такие тени фирмы Essence. Или Essence, я даже не знаю, как она правильно называется. В бежевых тонах, в розовато-бежевых. Очень здорово. Они, кстати, почему я их взяла? Ложатся они очень красиво, цвета очень красивые. Но в течение дня, конечно, цвета куда-то исчезают. Но взяла я их по такой причине, что они были уценены до 1 евро. Поэтому я взяла. Иногда, когда экспериментируешь с макияжем или что-то, ну, дополнительная косметика всегда пригодится. И цвета такие милые. В общем, вот так. Вообще, косметика этой фирмы мне нравится, если честно, потому что вот, например, эти тени, они произведены в Польше. Другая косметика произведена в Германии, в Италии. То есть я так понимаю, что эта фирма — это набор косметики со всех стран, кто на что гораст. И довольно-таки очень часто я покупаю, особенно туши для ресниц. Вот туши для ресниц — здорово, потому что сейчас покажу туши для ресниц. Я всегда беру вот такую. Она дает объем. Дает эффект искусственных ресниц, густых, насыщенных. Кисточки здоровские. Хоть и маленькая, но очень здорово красит. И тушь густая, ложится хорошо. И так я могу сказать о всех тушах этой фирмы. Средняя цена от 2,50 до 3, до 4 евро. И качество отличное, ничего не осыпается, не смывается, не смазывается. Также водостойкая косметика. Не знаю, всегда думаю, зачем переплачивать, если можно пользоваться вот такой вот косметикой. Я просто хочу посмотреть. А, сделано в Люксембурге, вот. Сделано в Люксембурге. То есть такая тушь приходит с Люксембурга. И после того, как я открыла замечательные туши, причем выбор их очень огромен,
то я больше не покупаю никакие другие. А зачем? Зачем переплачивать по 10-20 евро, если мне подходит, именно мне подходит вот это. Так что советую всем попробовать. Возможно, подойдет и вам. Также Essence подводка для глаз. Водостойкая, но легко смывается какими-то моющими средствами или средствами для снятия макияжа, моментально снимается, но на глазах держится стойко, ни при каких случаях не размазывается. Я пользуюсь ей очень-очень много лет, покупаю всегда. Стоит она тоже около 2,5-3 евро, точно врать не буду, но стоит совершенно недорого. Вот такая вот кисточка там. В общем, советую обратить внимание. Намного лучше некоторых других дорогих фирм. Следующая — это такая вот палетка из магазина Primark. Стоила она всего 3 евро. И как бы желания у меня покупать там косметику не было, потому что все-таки магазин одежды, и косметика мне казалась какая-то второсортная, честно говоря. Но я взяла, потому что 3 евро, и подумала, что ну ладно, попробую, не понравится, ну что ж. И каково было мое удивление? Я скажу, что за последнее время это самый-самый-самый лучший тень, который я когда-либо покупала. Здорово держится на глазах, не смываются, не размазываются, цвета прекрасные. То есть тоже попробуйте, кто будет в Primark, обратите внимание вот на такую палетку. Очень понравилось. Следующая — это вот такая вот, такой вот кремчик Baby Skin, from, Baby Skin от Maybelline. Делает ваши поры минимально заметными. То есть он наносится перед тональной основой. На вид такой, знаете, покажу, прозрачный силикон. И когда вы его размазываете, все поры и неровности на коже исчезают. Исчезают, да, но не на весь день. Все равно в течение дня появляются, но в принципе не могу с точностью сказать, купила бы я его опять. Потому что цена была 8 с чем-то, почти 9 евро, и эффект, я не скажу, чтобы такой потрясный, чтобы действительно у вас была детская кожа Baby Skin от Maybelline. Ну, либо я еще не совсем приспособилась к нему. Ну, использую, но особой разницы, честно говоря, не вижу. Сделано во Франции. Следующее хотела показать. Все нахваливают BB-крем Perfect Cava от Миши. От Миша. Это фирма Миша из Кореи. Я заказывала непосредственно в Корее, чтобы уже был оригинал, не подделка, все. Заказала вот такой вот BB-крем, который мне абсолютно не подошел, к сожалению, не понравился. Хотя отзывов очень много было положительных. Нет. Дело все в том, что он какой-то густой. Конечно, цвет вообще какой-то сероватый, но после того, как вы нанесете его на кожу, он через некоторое время выравнивается с цветом кожи. В принципе, цвет сносный. Но все мимические морщинки, если у кого-то имеется шелушение или что-то, он подчеркнет, поэтому смысла нету его использовать. Ну, лично мне, потому что у меня кожа сухая и, не знаю, ощущение маски на лице. Не знаю, многие говорят, нравится, но мне почему-то вот совершенно не подошел. Я его использовала всего 2 раза и больше использовать никогда не буду. И второе — это базовая основа под BB-крем Boomer, тоже от Миши. Она такая вот беленькая, как крем. Когда вы размазываете, он становится прозрачным с розовым отливом. Ну, здесь, конечно, не видно, но с таким. Потому что корейцы, они очень любят, чтобы кожа
сияла, потому что сияние это означает вроде как здоровье, молодость, красота. Но тоже не понравилось, тоже использовала 3 раза. Если вы наносите его как основу под тональный крем, это получается вообще какой-то пирог. Одно, второе, третье. Слишком чувствуется тяжесть на коже. Не знаю. Нет. Цены, в принципе, приемлемые были, около 10 евро. Но мне не подошло. А вот что мне подошло и понравилось, это BB-крем от Maybelline. В особенности вот этот, он мне немножечко такой какой-то уже замазанный, потому что он практически кончился, и, к сожалению, сейчас в продаже я не могу его найти больше. Я не знаю, то ли они перестали выпускать, то ли что. В общем, я была расстроена. Это действительно подошло к моей коже. Совершенно не подчеркивает ни морщины, если какие-то там мимические есть, ни неровности. Не знаю. Самое лучшее, что я когда-либо находила, но, к сожалению, почему-то в продаже найти не могу сейчас. И он здорово, вот вы знаете, когда вы его наносите на кожу, наносить, конечно, лучше пальцами, это я научилась у корейских косметологов. Не использую больше спонжики, наношу пальцами. И видно, как кожа прямо преображается. Вот если намазать одну половину лица, вторую сравнить, просто обалденно. И из-за того, что я не нашла вот такую, я заказала чуть-чуть другой, но заказала через интернет за 10 евро тоже, с минеральными добавками. Такой вот BB-крем тоже от Maybelline база. Тоже мне очень понравился. Написано, сделано в Китае, но достойный кремчик. Теперь хочу поделиться тем, что мне действительно очень понравилось. Я это прочитала в одном из блогов, потому что я ищу BB-крем какой-то классный, который подойдет к моей коже, и кроме вот Maybelline ничего не попадалось. И я наткнулась на Ice Cooling BB-крем Aqua Petite Jelly от корейской фирмы Holika. Такой, конечно, не слышала, с холодящим эффектом. Ну, и думаю, почему бы и нет. Стоил он 13 евро с бесплатной пересылкой. Прислали очень быстро. Вот так вот он выглядит, как баллон на 60 мл. Довольно-таки большой. Снежиночками даже. Но я его использовала, он уже такой вот коричневенький немножечко. То есть вы нажимаете сюда и наносите вот этим вот спонжиком, этой насадочкой, наносите себе на лицо. Насадочка прилагалась запасная, мало ли, что-то случится и у вас она потеряется или сломается. Что хочу о нем сказать. Наносится он очень таким тонким слоем, но я насадкой мне не понравилась. Насадка получается слишком жирная. Я выпрыскиваю и все равно наношу пальцами. Отличнейший крем. Холодит. Чуть-чуть такую свежесть лицу придает. На лице совершенно не заметен. Никто не скажет, что у вас намазан тональный крем. Никогда. Такое впечатление, что это ваше собственное лицо такое красивое. Единственное, что хочу сказать, все равно наносить его нужно на какую-то базу, на какой-то крем. Что-то такое чуть-чуть жирноватенькая, влажная, потому что если нанести просто на кожу, то будет суховато, честно говоря. Вот, поэтому я очень довольна. Это было мое открытие среди корейской косметики. Так что, если у вас есть возможность, попробуйте, закажите. Думаю, что вам понравится. Вообще, негатива никакого не могу сказать по поводу этого. Следующее, это просто моя любовь. Я тоже увидела это у блогера одного. У девушки, к сожалению, имени я не помню, чтобы сказать. Называется румяны Перепера. Перепера корейской косметики. Фирма, не скажу, чтобы довольно-таки известная, на eBay только один продавец продает такие румяна. Но какой в нем плюс? Они как бы называются, по-моему, розовые щечки или стеснительные щечки. В общем, точно я не помню.
Значит, здесь прилагается вот такой вот спонжик. Вы наносите вот так вот на щеки, скулы, куда вы там будете использовать. И вбивающими движениями просто вбиваете эти румяна внутрь. Не знаю, на камере, наверное, не видно, но получается абсолютно естественнейший румянец щек. То есть никто и никогда не скажет, что у вас там, как у Маркушеньки-Душеньки, переусердствованы щеки, перекрашены или что-то. То есть обалденный эффект просто для меня был. И даже вот если вот вы утром проснулись, косметику наносить не хочется, а, допустим, нужно идти с собакой, хотелось бы выглядеть чуть-чуть посвежее. Просто на щеке две точечки и чуть-чуть вбили. У вас просто обалденный цвет лица получается. Поэтому такой я советую. Он, конечно, стоит дорого, 20 евро. Но расход очень-очень-очень экономный. Вам достаточно всего две щечки. У одной девушки, у блогера, я читала, что... Ну, она считает, что для России такое, для российских девушек такое не подходит. Не знаю, почему она так сказала, что слишком бледный. Но я считаю, что это самые классные румяна, которые я вообще когда-либо нашла, и я буду всегда покупать. И предоставляются они в очень многих цветах, и в коралловых, и в сиреневых, и вот в таких вот розовых. Поэтому ссылки я оставлю, вы, пожалуйста, попробуйте, кто хочет, и вам это все понравится. Следующая — это вот такая вот помада была. Стоила она всего 1 евро. Трехцветная розовая. Интересный получается эффект. Такие губы получаются кукольные. С одной стороны темно-розовый, потом идет чуть-чуть потемнее розовый, посветлее розовый и совсем светлый, какой-то даже чуток бежевый. Очень интересный эффект кукольных губ, я бы сказала так. Стоило 1 евро. Почему бы не попробовать, потому что пересылка была бесплатная. Ну, 3 в 1. Попробуйте. И на губах держится хорошо, никуда не смазывается, консистенция хорошая. Ну, а тут приклеена бумажечка с переводом, видимо. Потому что кто не может перевести китайский? Так что вот попробуйте, это тоже мне очень понравилось. И последнее — это вот такая вот малышечка. Вот такая вот малышка. Это блеск для губ. Блеск для губ. Видите, такой вот девочки. Их очень-очень-очень много было. В разных платьицах, в разных цветах. Но продавец, он сам выбирает, какой цвет вам прислать. Выбирать вы не можете. Мне прислали вот такую вот. Стоила она 1 евро. Бесплатная пересылка. Так вот снимается все. И вот такая вот помада с очень-очень... Не помада, а, ну как, гигиеническая помада, блеск для губ. С очень-очень-очень приятным каким-то малиновым запахом. Ну, это я тоже так взяла на пробу, потому что, ну, недорого, почему бы не попробовать, и эффект мне очень понравился. Поэтому вот так. Ссылочки я все оставлю. А, это еще тоже не последнее. А последнее, что я хочу показать, это вот такая вот уходовая косметика для волос Шварцкопф Рискур. Ремонт волос. Восстановление волос. Hair Repair. После... Уход после зимы. Зимний уход. Что хочу сказать. Значит, шампунь, ополаскиватель и вот такая вот с пульверизатором жидкость, которая позволяет ваши волосы... То есть вы моете голову, потом ополаскиватель, и потом перед тем, как сушить, вы пшикаете вот этим вот составом, и ваши волосы расчесываются просто моментально. Неважно, осветлены они у вас, покрашены, распутываются любые узелки, и волосы очень-очень блестят. И что еще хочу сказать, настолько вкусный запах, настолько классный запах, такое впечатление, что вы надушились дорогими духами. Чуть-чуть сладковатый, но не настолько, чтобы тошнило, например.
Вот посмотрите и запомните, и попробуйте. Цена была 2 евро за штуку, ну, в пределах. 6 евро вот такой вот, можно сказать, набор вот этой замечательной косметики. Кстати, такую жидкость я беру уже не первый раз, ну, вот именно зимний уход первый раз. А вообще я брала уже чуть-чуть другое, было другое, с морскими какими-то минералами, еще с чем-то. Тоже эффект классный для расчесывания волос. В общем, была очень-очень-очень довольна. И теперь буду пользоваться всегда. Ну что ж, вот на этом и все. Если вам понравилось мое видео, как всегда, подписывайтесь на мой канал. Пока! До встречи!